Папе респект. Так отреагировал глава Бурятии на официальное заявление Ватикана за высказывание Папы Римского о чеченцах и бурятах. На Западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа – это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего недопустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана – это сильный поступок. Помните Асора Аюшеева? Мальчик загадывал желание президенту России. Он очень хотел побывать в роли настоящего пожарного. Накануне в Бурятию на большое совещание приезжал глава МЧС России Александр Куренков. Он пригласил мальчика в пожарную часть, где вручил ему берет спасателя и подарки. В Узбургузин работы завершаются, отходы там вывезены все. Сейчас уже на стадии завершения там укладываются плодородные слои. Многолетней свалки на берегу Байкала конец. Из Усть-Баргузина вывезли все отходы, копившиеся там десятилетиями. Об этом заявила сегодня министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева. Начали ликвидировать и печально известную много раз горевшую свалку в Тунке. Мусор оттуда вывозят в район Гусиноозерска. Гранат построит в Улан-Удэ спорткомплекс за 40 миллионов. Самый известный бурятский футболист, бывший защитник сборной России Владимир Гранат, построит на Верхней Березовке крытый манеж и футбольное поле. Владимир вложит в проект не менее 40 миллионов рублей собственных средств. Об этом сообщил накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. В спорткомплексе «Граната» можно будет играть в футбол круглый год. Причем открыт он будет и для профи, и для любителей. К столетию Бурятии выпустят медаль. Уже отобраны 10 эскизов. Выбрать лучший можно до 23 декабря в официальном аккаунте республики в социальной сети ВКонтакте. Адрес на экране. Известный режиссер, худрук театра Ульгер Эрданижал Цанов работает над новыми мультфильмами с колыбельными на бурятском языке. Это не первая анимационная работа Эрданижал Цанова. Он известен как автор суперпопулярных персонажей Бадмы и Чикдара. Работа над новыми мультиками идет при поддержке Минкульта Бурятии. Ябануп, ябануп, Чикдар.